колеса тоді, коли валилась велика держава. А в черзі за продуктами батьки півдня стояли, коли заводи розікрали, голоди, бідося. Ми росли тоді, коли були суворі 90-ті, коли втікали за кордон, бо вже не було що їсти, коли Шевченко був поетом, а не футболістом. Ми грали баскетболу, не було інтернету, а перше чудо техніки – це плеєр на касету. Та я не проти прогресу, просто голі факти. Мудрість пізнавалася не статусом ВКонтакті, а наша перша любов без гламурних смайлів. Та серце б'ється в унісон, ми живемо далі. Наше серце б'ється в такт, і ніщо нас не зупини. Нам не здатися ніяк, ніяк, є. Наше серце б'ється в такт, і ніщо нас не зупини. Нам не здатися ніяк, ніяк, є. На перекрестке трех дорог стоит наш маленький город. И несмотря на свой почтенный срок, красив он и по-прежнему так молод. Есть в нашем городе приват. Здесь ахтырчан он часто собирает. Мы громко прокричим ему «Виват!» И процветания в дальнейшем пожелаем. Мы пожелаем мира и добра. Да и клиентов много, и лояльных. У нас для них достаточно тепла. Для них всегда мы будем либеральны. Мы им готовы предложить продукты все, а их немало. В какой валюте денежки хранить, чтоб отдохнуть всегда и всем хватало? А если что, кредиточку дадим. Оформим мы без промедления. Кому страховочку продлим? Здесь у кого какие предпочтения? Пенсионерам здесь всегда почет. Им уважение, слава и награды. Всегда мы дедушку поставим на учет. И в мире нет такой преграды. Мы можем выдать карту юниора. И заказать билеты вам на юг. Отправить денежки до самого Босфора. У нас есть множество услуг. И что бы нам ни говорили, мы точно знаем наперед. Приват Ахтырский. Это сила. Здесь Эмираты круглый год. Наше сердце бьется в такт. Мы с тобою наш приват. Ты пробовала чай? Нет. Угу. Сказать? Да. Отправить денежки до самого Босфора. Ну, да так я скажу, я так не скажу. И процветания в дальнейшем пожелаем. Фу. И несмотря на свой почетный век, век. Мирини. Подожди. И заказать билеты вам на юг. А я круг его лучше. А я. А ему надо говорить? Не надо. Ему не надо. Мы громко прокричим «Виват!». Мы громко прокричим ему «Виват!». Нет. Тепла. А, Миша, тепла? Ты что, улыбаться? Я нервничаю. Мы способны, будем вас шикать. Че? Чтобы вы улыбались. А, чтоб я улыбалась. Просто в руках пачкать. Как просто? Че догадаешься? Догадаешься. Ты пора два раза веселее. Всегда вы дедушку поставили на учет. Там как клиенты ходят. Наше серце б'ється в такт, ми з тобою наш приват. Та ні, виразительний. Я поняла. Це вже хуже, чим я з малими роки ділаю, наверное, ще. Наше серце б'ється в такт,
Мы с тобою наш приват!